Ну что ж, докатились. Сейчас я буду слушать кей-попу Blackpink. Ладно, это я шучу. Ничего не вижу плохого в кей-попе. Имеющая право на существование музыка с хорошим продакшеном. Сделано так, чтобы люди кушали это все. То есть, почему бы и нет? Почему бы, собственно, и нет? И да, всем привет, кстати. А то не поздоровался. Сразу к возмущению. Blackpink. Lovely Girls. Май. Глянем. Да, напоминаю, в описании ссылка на мой личный канал. Не забудь зайти и подписаться. Так, я что-то далековато убрал наушники. Что ж, посмотрим на корейских девочек. А, да. Хочу сказать, я просто тут вспомнил, что недавно мама слушала тоже кей-поп, только с парнями. Я не помню, что там за группа была, но песня называлась «Динамит», я не помню, что за группа. Я не разбираюсь в группах кей-попа, короче. И она сказала, что парни там, ну, такие немножечко женоподобные и, ну, такие переухоженные, скажем так. В комментариях такой срач сразу разошелся. Женоподобный, это не значит, что... Ну, или она женственная сказала. Это не значит, что оскорбление. Просто они, ну, слишком ухоженные. Это неплохо. Это просто такой вот вид. И я вот всем этим фанаткам, которые писали фигню в комментариях, я сейчас отвечу. Одна мне понравилась. Написала там, короче, типа... Это вот красивые парни, не то, что там русские, вонючие, небритые, да, небритые и так далее. Стоп нацизм, во-первых, а во-вторых, я хочу сказать вот именно тебе и такой, который с ней согласен. Вот, девчонки, либо дорого смотреть, не то, что наши русские жирные, вонючие, блин, ни на что не способные. Но это была шутка, это была просто шутка. А я просто показал, как вы выглядите, когда так говорите. Угу. Шутка с небольшой долей. Ну, девочки красивые, это факт, тут спорить не надо. Я думаю, вряд ли кто-то со мной будет спорить в этом плане. Поехали дальше. No love, never my exes, nope. No diamond rings, that's set in stone. To the left, better left alone. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. A prince not even on my list. Вот этот момент мне, кстати, нравится. Припевчик такой стандартненький, а вот тот моментик был неплох. Едой разбрасывается, а в Африке дети голодают. Ну как так-то, господи. Да и в Северной Корее дети голодают, а они вон в Южной едой разбрасываются. Угу.
Ну что ж я могу сказать по этому поводу. А картинка мне понравилась чуть больше, чем песня. Потому что ну, на картинке привлекательные женщины. Все ярко, пестро, хорошо. А песенка, она неплохая. То есть это ну, стандартная. То есть я ничего нового не услышал. Заметили, я почти на каждом видео, которое я снимаю, реакция, говорю, что я ничего нового не услышал. Но это действительно так. То есть, если я услышу что-то новое, что-то такое, что вот западет в душу, вот тут не запало. На плеере я такое слушать не буду 100%, но если вдруг я буду ехать в машине и на радио это заиграет, я переключать не буду. То есть, нормальная попсовая стандартная песенка. Причем не самая лучшая. Я в кей-попе слушал и гораздо получше песенки. Вот в чем дело. Но почему бы и нет, собственно? Почему бы, собственно, и нет? Да? И всем пока.